попросил меня и Веру Ильиничну, министра образования, по поводу того, что камеры будут захотели устанавливать. Есть проект постановления с указом министра, и он должен был подписан в прошлую пятницу, о том, что за 6 центров за пределами Кыргызии. В Кыргызии ни один центр создан не будет, и центр будет создан на периферии, это в Чемишлийском, Бессарабском, Кагульском и Таратлийском районах. И наши дети, это около 900 детей, которые должны сдавать экзамены, должны будут ездить в эти центры и там сдавать экзамены. Значит, ни исполком, согласно требованиям Народного собрания, ни управления образования не будут задействованы в сдаче экзамена с таким бакалавром. Поэтому, принимая такое решение, Народное собрание, к сожалению, не проконсультировалось ни с кем. Мы можем оказаться перед случаем, когда поставили очень серьезные проблемы перед нашими детьми, перед родителями по сдаче экзамена бакалавра. Чтобы вы это знали, срок. Последний срок, когда министерство ждет, это 8 мая. Если 8 мая решение отменено не будет, то будет издан приказ, и ни пакеты, которые получают через банки в день экзаменов, ничего Грузия не получит. Было сказано, что Республика Молдова единая, и поэтому экзамены проводятся стандартно на всех территориях одинаково, в том числе и Грузии. Так что, принимая такое решение в угоду каким-то сиюминутным амбициям определенных людей, мы подставили 900 детей и всех родителей. Хочу, чтобы вы это знали. Это первый... Новые центры или существующие центры? Нет, существует 6 центров в Грузии. Не, там. Теперь эти же центры будут перемещены за пределами... другие центры, другими преподавателями, другими директорами центров. То есть ни один преподаватель Грузии не будет задействован. Я проинформировал председателя Народного собрания и сказал, что вы поспешили с принятием, на что было сказано, что надо было быть на сессии и объяснять. Я ответил, что когда мы приходим на сессию, мы слышим одни оскорбления со стороны депутата в адрес исполкома.